Re, viss ēters ir te. Зная наших пловец, Валерий Калмыков стал первым представителем Латвии, который переплыл пролив Ла-Манш. Общая дистанция составила около 34 километров. Калмыков преодолел ее за 11 часов и 13 минут. Валерий Калмыков начал заплыв в воскресенье в британском Довере, а закончил во французском Тардингене. Температура воздуха при этом составляла плюс 15 градусов, вода прогрелась до плюс 19. Сам Калмыков назвал заплыв великолепным. Он признался, что сложными были последние 40 метров, да и у финиша было холодно. Кто же такой Валерий Калмыков? Русское вещание встретилось с ним в преддверии покорения Ла-Манша. Я не так, что я плавки не одевал уже 16 лет. Я-то плавал немножко иногда, то там просто для себя. А это было как что-то для себя. Просто для себя попробовать что-нибудь новенькое. Стократный чемпион Латвии, двукратный участник Олимпийских игр. Он проживает в Австралии вот уже 15 лет. Там Валерий руководит водно-развлекательным центром. Чтобы проплыть Ла-Манш, ты должен квалифицироваться. Это значит, ты должен проплыть более 6 часов в воде менее 15,5 градусов. Без гидрокостюма, соответственно, и просто вот плывешь и плывешь. Я съездил в апреле, проплыл, ну и понял, что температура меня вроде сильно не должна смущать, хотя было холодно, но ничего, доплыл. Первый успешный заплыв через Ла-Манш состоялся в 1875 году. С тех пор пролив переплыли только 2000 человек.